Отже, про це все далі поговоримо з політтехнологом Михайлом Шетельманом. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, я вас вітаю. Да, здравствуйте. Як ми вже казали, знаєте, побідебесія в Росії, воно врешті-решт досягло свого апофеозу. І от сьогодні на цей апофеоз можна подивитися. Це вже кінець? Це останній парад? Ну, я надеюсь, что мы не будем через год 9 мая снова с начала месяца обсуждать, кто там приедет, кто не приедет, потом разочаровываться или очаровываться всем тем, что происходит. Надеюсь. Но год назад мы тоже надеялись, что это все, когда уже Путин сидел под одеялом на параде и так далее, как видим, год еще воюем. Поэтому, может быть, еще предпоследний, может, еще год войны будет. Я не знаю. Тут надо вот у военных спрашивать. Но мы видим, что у них, им действительно все хуже и хуже. Это правда. Вот вы только что считали боевую технику, да? А ведь они анонсировали заранее, что ее будет 115 единиц. То есть куда остальные 65? По дороге в Москва-реку, видимо, упали. Не знаю даже. Ну і ще цікавий момент, можливо, ви бачили фото з цього параду, точніше, не самого параду, а з те, що відбувалося навколо нього. Там стояла охорона біля Кремля, і вона стояла з антидроновими рушницями. От їх точно в минулому році не було. Тобто вони чекали ці дрони, які мають вдарити врешті по Москві. Вони дуже хотіли, мені здається, цього. Їм не вистачало повітряного параду. Ну да, конечно, вот то, что воздушная часть должны были мы провести, кстати, мы-то вот в этот раз как-то оплошали, не провели. Действительно, они ожидали этого. Мало того, Путин, как вы заметили, ну, все уже заметили, когда заиграл оркестр, он дернулся и стал прятаться за спиной других президентов, потому что подумал, что это по нему стреляют. И тоже, кто заметил, что в тот момент, когда Путин стал прятаться за спиной президентов, которые приехали к нему в гости, то один из охранников взял президента Казахстана и специально им загородил Путина, чтобы Путин был окружен со всех сторон. Это тоже на видео хорошо видно. Так что эти люди, которых вы называете справедливо заложниками, они приехали в качестве личной охраны, в качестве телохранителей в буквальном смысле. Но это в военном смысле. В политическом, конечно, их прислал Китай. Это надо понимать тоже, да, что сами эти все люди, нельзя было бы собрать 5 лидеров центральноафриканских стран, центральноазиатских стран, азиатских. Извините, да, уже то понятно, потому что понятно, почему я именно так оговариваюсь. Так вот, Центральная Азия, чтобы 5 президентов собрать за один день, ведь 2 недели назад Песков говорил, что не будет гостей, что мы их не приглашали. И вдруг эти неприглашенные президенты, неприглашенные, Песков не поменял мнение, Песков не вышел, не сказал, нет, мы передумали и пригласили. Вдруг 5 человек, как бы независимо друг от друга, заявляют, мы приедем. Что это такое? Такое возможно только в одном случае. Если позвонили из Китая и попросили поехать и передать Путину некие, я думаю, сообщения. То есть я думаю, что это были некие переговорщики от лица Китая по поводу войны. Тобто, на вашу думку, Китаю потрібні якісь там ще перемовники? Ну, якщо врахувати, що Сі Цзіньпінь, він вже був в Москві нещодавно, ми про це теж говорили, і він напряму спілкувався з Путіним. До речі, пам'ятаєте цю останню фразу Сі Цзіньпіні, коли він сказав Путіну, вже прощаючись з ним, він сказав, ми всі живемо зараз в епоху великих змін. Що він мав на увазі? Да, ну, смотрите, все помінялось. Насправді, цей візит був вже майже 2 місяці назад, за це время побывали европейцы, за это время Китай договорился с Европой о чем-то. Мы не знаем о чем, но о чем-то договорился, поэтому Макрон сейчас готовит совместную, ну, декларацию, совместную позицию по войне Евросоюза и, ну, как минимум Франции и Китая, скорее Евросоюза и Китая. И состоялся звонок Зеленский Си Цзиньпинь, во время которого, как сообщило агентство Синьхуа, Си Цзиньпинь подчеркнул, что наши отношения Украины и Китая основаны только на взаимном признании территориальной целостности. То есть позиция Китая после уже визита, она изменилась. Она изменилась, потому что Путин, в общем-то, Си Цзиньпиню в лицо в достаточной степени нахамил, не признав его мирный план мирным планом. Прямо сказав, нет, не годится, там нам надо переделать. Вот, поэтому, да, понадобились переговорщики, потому что посылать каждый раз своего министра иностранных дел, это было бы слишком большим знаком, сигналом прямым к тому, что Китай как-то готов общаться с Россией, они таких прямых сигналов посылать не хотят. Тоді, знаєте, закономірне питання, про що ж вони могли тоді говорити і яке послання, меседж вони могли або не могли донести до Путіна? Я думаю, следующее. Значит, так как эти 5 человек говорят по-русски, все 5,
и Путин тоже говорит по-русски, то я думаю, что в том числе решил Си Цзиньпинь воспользоваться этим фактом, да. Они находятся полностью в орбите Китая, естественно, под его, кстати, Китай, Казахстан официально уже находится под охраной Китая. Китай заявил, что является гарантом территориальной целостности. Они могли сообщать о том, что будет вот этот совместный план Франция или Евросоюз, скорее, Китай, и что Путин обязан на него согласиться. Вот дальше выслушать возражения Путина, что он возразит и почему он не будет соглашаться. Вот я думаю, что это в таком духе. Но я не думаю, что они добились каких-то результатов. Я не говорю, что Китай в результате чего-то получит от Путина, потому что Путин, конечно же, не готов на условия, которые выдвигает Китай, в первую очередь, это территориальная целостность Украины. Слухайте, тоді інший момент. Якщо ну ці країни, які приїхали, це члени ОДКБ. Ну як би там не було, в ОДКБ головує Путін. Ми це з вами розуміємо. Але оці країни їх прислав. Якщо Китай, то це означає, що ОДКБ знаходиться під контролем вже не Путіна, а Китаю. Нет, там не все члены ОДКБ. Вот если бы приехали только члены ОДКБ, как сначала вырисовывалось, это была бы вот эта логика, которую вы описываете. Но нет, ведь к ним присоединились и президент Узбекистана, и президент Туркменистана. А это совершенно, значит, поэтому точно никак не ОДКБ, это раз. Второе, отчасти и вы правы тоже, потому что, например, в Таджикистане, который является членом ОДКБ, на границе с Афганистаном постепенно вместо российских войск встают китайские, это прямо не секрет. После того, как россияне значительную часть контингента вывели и послали сюда на фронт на Донбассе, то Таджикистан заключил договор с Китаем на строительство оборонительных сооружений. Китайцы их строят на границе с Афганистаном, и сразу их воинские части занимают эти позиции. То есть там примерно половину границы уже охраняют китайцы. Поэтому да, Китай постепенно вытесняет Россию полностью в военном смысле оттуда. И заметьте, если Китай объявил, что он гарант территориальной целостности Казахстана, а Казахстан — это единственная страна, с которой граничит Россия. Она не граничит с четырьмя остальными странами Центральной Азии. Поэтому де-факто Китай уже объявил себя гарантом территориальной целостности всего региона. Але на территории Казахстана есть певні объекты, які контролює Россия. Это опасно для Казахстана. Это как мы в свое время, так сказать, совершили большую ошибку тем, что сдавали в аренду Севастополь целый, там порт в Севастополе, так и казахи повторяют эту же ошибку. Ну, в начале, когда они заключали этот договор, у них вряд ли был выбор, тогда это была еще держава в стадии становления, но сейчас, когда Казахстан это страна более богатая, чем Российская Федерация, в пересчете на душу населения, конечно же, по доходам, по всему, и более богатая природными ресурсами, чем Россия, опять в пересчете на душу населения, а по площади вообще девятая страна в мире, по-моему, Казахстан, то, конечно, им самое время изгнать россиян всячески и самое время не отправлять своих президентов на парады всяких убийц и насильников, а, в общем, постепенно строить оборонительные сооружения в Северном Казахстане, потому что уже многие политики, включая Дмитрия Медведева, говорили, что Казахстан – следующая цель военной агрессии Российской Федерации. Слухайте, пане Михайло, ну, якщо ті країни, які відправив Китай, ну, можна собі зрозуміти, чому і як – але Вірменія, вона трошки вибивається з цієї концепції. Якщо ви навіть згадаєте, як виглядав їхній лідер, він йшов поза Путін, він за спиною його йшов, у нього було дуже незадоволене обличчя. Таке враження, знаєте, було, на що я сюди приїхав, а його хто послав туди? Ну, лица у них у всех были не очень, прямо скажем, прямо многие были сильно напряжены, особенно Лукашенко, который явно там обделался прямо на параде, ну, после этого его на скорой помощи увезли в аэропорт, насколько это известно из всяких источников разных, и то ли его отравили там, то ли еще что-то с ним произошло, не знаем. Армения нет, в Армении другая совершенно судьба. Армения является близким союзником России уже долго, заметьте, всю войну. На всех мероприятиях, куда ну уже все отказались ехать, они привозят Армению. Дальневосточный саммит, дальневосточный, напомню, да, так. Там присутствовали Китай, Монголия, Шри-Ланка, ну Шри-Ланка, потому что там военный переворот, и Армения. Ну вот где Армения, где Дальний Восток? Пашинян, похоже, готов уже перенести Армению на Дальний Восток, если Путин попросит. Потому что Пашинян постепенно продает Армению Российской Федерации, совершенно не учитывая интересы армян, похоже. Видимо, пытаясь все еще надеясь, что они как-то защитят их от Азербайджана или спасут им Карабах, что совершенно мы видели, что в тяжелой ситуации, естественно, Россия полностью отказывается и открещивается от Армении. Але, слухайте, и... Вірменія, вона теж свої перемовини намагається будувати саме якусь спільну мову із Заходом, з Сполученими Штатами в тому числі. Да, в Вашингтоне проходят прямо сейчас переговоры, вот буквально
Были на прошлой неделе, по-моему, переговоры на уровне МИДов, и предстоят переговоры на уровне руководителей. То есть собирается встречаться Пашинян с Алиевым при посредничестве американском. Не помню, в каком городе, где они будут встречаться, но при американском посредничестве. У них есть надежда на окончательное урегулирование. И тогда обе страны могут очень быстро оказаться в НАТО, потому что, ну, для армян это такой естественный вполне путь в НАТО, а для турков тем более, а для Азербайджана, который союзник Турции, тем более. Вот. Но пока, да, пока он пытается маневрировать, все маневрирования заканчиваются одним – войной. Мы в этом убедились, Грузия в этом убедилась, поэтому Армения, к сожалению, тоже под большим риском. Кстати, у них тоже есть один плюс – у них нет границы с Российской Федерацией, им полегче немножко. Но и минус – у них есть база в Гюмри российская. Да, та же ситуация опять. Что вам этот Байконур, что Севастополь, что Гюмри. Все в большом риске, те, кто пустил на свою землю россиян. Пане Михайло, дуже дякую вам за таку, знаєте, змістовну інформацію. Михайло Шейтельман зараз був з нами на прямому зв'язку. Ми мусимо все ж таки обговорювати, що відбувається в тій Росії, принаймні на цьому сподіваюся, я принаймні точно сподіваюся, що цей парад, який у них відбувся сьогодні, парад Побєдобєсія, він, будемо сподіватися, останній.